Да ладно. Тепло на улице. 16 число сегодня. 16 число. Погода. 16 января. Погода вообще дрянь. Ай да, у меня в вольере сидит. О, иди сюда. Вчера собакам пришел донат. Спасибо большое за донат. Мне уже кто отправлял. Но он сам знает. Донат получили. Вкусняшку, конечно же, прикупим им, бездельникам. Завтра собираемся в поход. Не знаю, как погода будет. Вот смотрите, что творит. Снова вышел снег. Только что закончил уборку снега. Завалил уже нас. Завалил это снег. Мокрый снег, вот плюсовая температура. Погода в Коме меняется, очень сильно меняется, перепады большие. Скажем, вчера минусовая была, сегодня плюсовая. Было открытие церкви, храм или церковь, как там. Я, короче, туда не ходил. Не хочу. Последнее дело туда ходить, в церковь молиться. Не надо это делать, я думаю. Ну, это каждый выбирает свое. У каждого свое мнение. Решение. Ну, все, дугды. Видит камеру и лает. Также в городе, вчера в город ездили. И в городе прикупил кое-что. Сейчас поснимаю. Фу, опять перестает. Завтра вроде нормально, минус 17 обещают. Если такая погода будет, завтра, наверное, поход на первую избу поедем. Посмотрим, как завтра будет, какая погода. Ну вот, вчерашняя покупка. В оптовый склад ездил. Автол для Бурана прикупил. Вот такой М8В. Смотри, какая канистра. Канистра очень хорошая, если сделать рыболовный ящик. У меня вот похоже чуть-чуть, как будто, но высота одинаковая. С точностью до миллиметра. А, да, одинаковая почти. Это чуть-чуть современная получается. Более современная модель. Модель или что там. Усовершенствовали. А так масло М8В, которое использую. Посмотрим, какой цвет этого масла. 20 литровая канистра. Вот тут рыболовный ящик так сделан у меня. Как-то показывал в своих видео, как я это сделал. Ну, доску так, отверстие сделаешь. Он не промокает, хоть ты в воде сидишь. Канистра герметичная получается. Ну, здесь дырочка. Там перегородка у меня. Ну, это 20 литров, думаю, надолго хватит. Стоит эта канистра 2800. 2800. Лукойл сделал мощную скидку. Скидка, получается, из 2800 сделали 60 рублей. Вот так. Хотя бы сотню скинули или 150. А, только скидывают 60 рублей. Из 2800. Ну, фиг с ним. Я прикинул, где-то литр выходит 140 рублей. Нормально, терпимо. Дальше прикупил чай. Давай пьем канди. Что в походах вы видите. Канди, что дома пьем. Вот такой. 250 граммовый. Я не знаю, по какой цене. Дальше. Взял макароны. Что бы вы ни говорили, каждый день семгу никто не кушает. В основном вся Россия живет на макаронах. Дальше взял гречки. Гречка сейчас дешевая, а рис дорогой. Там еще купа риса. Всегда беру фирму Goodwill. Фирмы Goodwill. Из гречки обычно кашу делаем. А из риса я всегда делаю плов. Плов из курицы, свинины, когда как получается. По ходу всегда беру гречку. Вот такое
количество. Думаю, это многовато, конечно, получилось. Но фиг с ним. Пускай будет. Пускай будет. Вот такой маленький обзор сегодняшнего дня. Вчерашняя поездка. Вот это я прикупил. Такие. Сахарный песок. Сейчас в магните брали. Там сахарный песок 24 рубля вроде как стоит. Вообще дешевые. У нас в Нижере 50 рублей. Вроде как. Так что в городе намного выгоднее брать продукты, чем у нас в селе. Сейчас в магните все дешевое. Да, думаю, там крупы даже дешевле, чем в оптовых складах. Это я в оптовых складах все эти продукты взял. Такие делишки. Ну и качество, наверное, там может срок годности истекает, потом дешевые продают. Но в этом году сахарный песок сам по себе дешевый. Тут у меня аккумулятор. Это от УАЗика. Что-то у меня аккумулятор подсел. Сейчас хотел, думаю, да, и заведу, пусть поработает машина. Но не завелась. Вообще, сдох аккумулятор. Лампочка еле-еле горит там в салоне. Ну, уже сколько лет. Дофига этому аккумулятору. И сильный, крепкий аккумулятор у УАЗика был. Ой, под елкой еще. У нас конфеты, кулек вчера открыли, половина осталась, оставили дети. Ну, ребята, дети уже большие, ребята. И вот елку еще не убрали. Сегодня 16 числа. Ну, до 19 пускай простоит еще. Новую гирлянду я еще в этом году брал. Такие делишки. Новый год ждали, ждали, и мигом заканчивается быстро еще. Каждый год. Время летит очень быстро. Ну, вот погода уже, хочется немножко мороза, но не получается. Сегодня вообще без солнца давно уже не было. И без солнца он 14 числа, праздничный день, когда был, вот тогда солнце выглядывало, церковь открывали, когда там открытие было вроде как, освящение или что там, приезжали с Сыктывкара там попы на джипах крутых. Вот. Тогда солнце выглядывало, а сегодня вообще темень такой, темно. Я не знаю, почему я это говорю, просто вот хотелось поснимать, что я прикупил, какая погода. Завтра, думаю, если все будет нормально, съездим на первую избу. Сейчас я поставлю видеокамеру на зарядку. Ну, успокаивает, когда смотришь на такую гирлянду свет. Успокаивает. Ночью, как бы вечером уже, когда стемнеет. Однотонно так горит. У нас еще стреляют из этих петард, ну, этих, ну да, петарды. Праздничные дни так бывает там, но уже редко, конечно, но стреляют. Ладно, ребят, на этом буду заканчивать свою болтовню. Пока новостей никаких нет. Просто тупо смотрю на елку. И все. Сейчас надо, сейчас уже полдесятого надо съездить в больницу. Сегодня приемный день. У нас два раза в неделю врач приезжает с соседнего села, терапевт. Дожили. Терапевта даже в таком большом селе нету. Надо сходить, очередь занять. Просто народу много сейчас там. Редко врач приезжает, народу дофига. Все, всем пока.